Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня мы устанавливаем ближе к вечеру интернет. Решили залезть так, чтобы весь город было видно. И там покажем. И там меня покажем. Там покажем. Вот сейчас вам покажем вверх. Открути бабушку, да, покажем-то хоть что ставим. Ну а вот так вот. Нового. У нас здесь крыша. Решили на крышу залезть, потому что отсюда обзор-то получше будет. Крыша металл. Да. А устанавливать мы будем здесь роутер-облучатель. Классический. Сейчас вот новое, новое оборудование уже идет с поддержкой SIM-инжектора. Это еще старый вариант. Симка стоит внутри. Не старый, а классический. Да, тут с одного объекта сняли, на другой ставим. Но у нас есть такие ходовые вещи. Давайте, закрепляйте. Для этого мы здесь закрепили вот такой кронштейн. Во-первых, чтобы сюда лазить можно было. Заставил Павел Иванович меня сюда забраться, чтобы я поснимал. Такая штука. Сейчас, короче, вот он крепить будет все это дело. А отсюда можно направлять в разные стороны, очень удобно, с крыши. Во все, по кругу. Как одному клиенту сказали, наденил ее и крути по радиусу. Павел Иванович последний болт решил закрепить в процессе. Пока вот кабель хомут этот изоленты немножко подвязали для удобства, чтобы не падал. Сейчас вот развернули Андрюху. Посмотрим сейчас здесь, как что пойдет, в какую сторону, что будет лучше работать, с какой стороны. Ну и вот, по большому счету, это оборудование старенькое, но такое оно устанавливается на объекты. Сейчас одна контора, завтра она переехала. Не старая, а бюджетная. Бюджетная, да. По-разному. То есть суть в том, что все-таки с SIM-инжектором удобнее. То есть здесь в случае с чего придется лазить. Но с другой стороны, все равно придется лазить, крутить, да? Ну, все относительно, ну примерно. Также все равно не получится, чтобы она в одном направлении работала все и хорошо. Поэтому все равно удобнее, когда симка внизу. Поэтому в ближайшее время мы вам покажем весь ассортимент с SIM-инжекторами. Выбрали. Что, танцуете? Холодно? Выбрали направление вот так вот. Смотрите, знаешь, что у нас получилось. Небольшая агрегация к вечеру. B3 плюс B7. Синер, правда, подскакивает, но ничего с этим не поделаешь. Уже пробовали по скорости. Смотрите, что выходит у нас. Нормальная скорость. Ну, сугубо 20 мегабит мы имеем. А для кафе этого достаточно. А здесь еще есть видеонаблюдение. Еще не забывай, мы не в центре. Ну как, почти что на окраине. Почти 23 километра. Ну что, что здесь частный сектор? Что, здесь не люди, что ли, живут? Люди. Вот. Нет, вон туда покажи. Вон туда. Почему нет сигнала? Вон оно, почему нет сигнала. Изолятор здесь, блин, они все время что-то чудят там у нас. Это мегафон, полный безлимит. Вот так вот работает. Сколько сейчас времени? Часов 5, наверное, да? Ну вот. 20 мегабит мы имеем, ну а куда больше-то? Вечер. 4.57. Покажи. Ну вот, вот. 16.57. Да. 5 часов вечера. Такие скоростя на мегафоне. Безлимитка. Вот он, КСС 6 категории, на что способен. Вечером. Да, в городских условиях, на окраине города. Вот, пожалуйста, частный сектор здесь пошел. И вот направление туда. И вот смотрите, мы пробовали внизу там, это у нас находимся на уровне третьего этажа. И там мешают дома. Конкретно вот в тот дом мы упирались. А здесь, получается, чистоган с улицы. Поэтому так и устанавливаем, да? Примерно. Да. Подписывайтесь. Мы уже были метра на 3, наверное. Да, ставьте лайки, комментируйте. Такое оборудование.